Погнали, оплатим налоги в 2023 году. Ну а как без этого? Заходим на сайт налоговый, индивидуальные предприниматели, уплатить налоги и пошлины. Где пошлины? Здесь выбираем жизненные ситуации, уплата авансов вместо подачи уведомления. Далее заполняем субъект федерации. Потом от ОКТМО можете взять из доступных источников, рекламировать не будем, либо определить по адресу. Так, далее, вид и сумма платежа, здесь пока оставляем пусто, заходим в вид платежа, упрощенная система налогообложения, и здесь выбираем доходы минус расходы у меня. Если у вас доходы, соответственно, вот это выбираете. Ну, здесь сумма платежа. Здесь вы ее уже посчитали. Налоговый период берем первый квартал. Сегодняшний это первый квартал у нас с 1 января по 31 марта. 31 день. Да, 31. Соответственно, до этой даты вам нужно рассчитать. А будьте внимательны с процентом УСН, он может быть у вас меньше, чем вы думаете. Об этом чуть позже. Уточненная стоимость. Точнее, стоимость платежек. Так, далее. Здесь выбираем. Все ввели, нажимаем далее, такая вот формочка у вас получилась, напишем уплатить, ну и соответственно вы можете банковской картой сформировать квитанцию и оплатить по квитанции. Очень удобный платежный документик такой будет. Вот.